Всем добрый день, я очень всех рада видеть на своем канале. С каждым днем моих подписчиков становится все больше и больше, я очень вам за это благодарна. Я с удовольствием всегда снимаю видео для вас, делюсь полезной информацией. И, конечно же, мне очень приятна ваша обратная связь, ваши комментарии. Хорошо, что основная масса этих комментариев – это, конечно, добрые и теплые ваши слова, которые меня очень сильно вдохновляют и мотивируют для того, чтобы снимать для вас новые видео. А в сегодняшнем видео я хочу ответить на некоторые комментарии моих подписчиков, которые пишут о том, что это очень высокая цена, или почему такой старый ремонт, что вы называете хорошим видом из окна, да? Давайте я немного вам расскажу о том, какие видео появляются на моем канале касаемо вторичной недвижимости. Практически каждый день ко мне обращаются продавцы с просьбой продать свою квартиру. Так вот, прежде чем вы увидите ролик на моем канале, я делаю рыночную оценку данного объекта недвижимости. И поверьте мне, если цена не в рынке, если эта квартира мне не нравится самой, я никогда не буду снимать ролик и выставлять ее на продажу, потому что не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Поэтому вся информация на моем канале всегда 100% достоверна. Естественно, никаких фейков. А многие из вас, конечно же, еще не знакомы, наверное, с тем, что в городе Сочи у нас очень много обмана, очень много фейковых объявлений на Авито, на Циане, в принципе, на всех крупных площадках. И поэтому люди часто заблуждаются, видя красивые картинки, да, по какой-то цене. Ну а потом, естественно, когда вы смотрите мои ролики и видите, допустим, как последняя однокомнатная квартира на улице Красноармейская за 3 миллиона 900, вы считаете, что это дорого. Это недорого, это абсолютно рыночная сочинская стоимость данного объекта недвижимости, даже, я бы вам сказала, немного ниже рыночной, на 100 тысяч рублей. Таким образом мы ее оценили. Вот. Что еще мне хочется вам сказать? Сегодня у меня просто супер замечательное настроение, потому что я сделала всю свою работу, закрыла все свои основные сделки, и теперь уже, как говорится, с чистой совестью могу позволить себе немного отдохнуть. Отдыхать я буду до 1 сентября, поэтому вы можете оставлять мне свои заявки на WhatsApp, с вами будут связываться специалисты моего агентства недвижимости и давать вам всю самую актуальную информацию по вашим вопросам. Вот. Я вернусь 1 сентября, с удовольствием поснимаю для вас новые видео. Хочу передать огромный всем привет, в первую очередь моим друзьям, которых я давно не видела. Теперь у меня еще одна подруга появилась в Адлере, огромнейший ей привет. Другу из Адлера тоже огромнейший привет, надеюсь, он увидит это видео. Всем желаю отличного настроения, хорошего дня. Спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео. Всем до новых встреч!